Двухцветный мир города и деревни. На выставке Александра Бочкина всего 28 произведений. Это наиболее полное собрание его произведений. Всего за 15 лет творческой жизни он создал порядка 40 графических листов. Пытался работать автор и в других техниках, рисовал пастелью и карандашами. Но всесоюзную известность ему принесла именно линогравюра. На выставке можно увидеть его дипломную работу для института имени Сурикова, серию «Владимирская Русь» из 6 графических листов. Именно с нее началась всесоюзная слава Бочкина. И в ней же он заявил свою главную тему – жизнь владимирской деревни. В этих произведениях мы видим его переживания, его мысли, где-то действительно и размышления о чем-то печальном и грустном, где-то эта грусть светлая. В общем, целая гамма чувств, которая сегодня нам, наверное, очень близка, потому что действительно через какое-то время повторяются разные периоды нашей истории. Мы сегодня снова думаем о судьбе деревни. Среди деревенских работ – серия портретов ветеранов, написанных к 40-летию Великой Победы, а также картины сельской жизни, сенокосы и другие. Несколько линогравюр посвящены работе Владимирского тракторного завода. На создание каждой гравюры у художника уходила масса времени. В год он создавал порядка 5 листов. Причина этого – в сложности техники. Сначала нужно было сделать эскиз работы, а затем прорезать штрихи на листе линолеума, нанести краску и сделать оттиск. При создании каждого листа Бочкин стремился к совершенству. Все его друзья говорят о том, что каждую буквально точку, каждый штрих он долго очень продумывал, размечал, переделывал, добиваясь идеального результата. И вот этот черный цвет основы у него он очень важен. Он для него как мировой фон, на котором он высветляет то, что хочет нам показать. С помощью всего двух цветов и разных штрихов Александр Бочкин создавал объемные картины, отражая мир таким, каким видел его он. Первыми посетителями новой выставки стали студенты Владимирского филиала РАНХИКС. Они пришли в палаты по пушкинской карте. Дарья Павловна подобной экспозиции побывала впервые. Особенно ее впечатлили линогравюры из деревни и виды города Владимира. Если смотреть на картины Владимира, то они выражают самобытность нашего города, и можно прочувствовать атмосферу, всю атмосферу. Вот. Посетить экспозицию линогравюра Александра Бочкина все желающие могут до 3 апреля. А для юных посетителей выставки в палатах проведут мастер-классы по графике и по гравюре на пластике. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».